Музей закрылся для посетителей, вот поэтому, почему, потому что будет очень проделана большая работа, это реконструкция нашего музея, она пройдет в два этапа. Первый этап — это реконструкция внешнего фасада нашего музея, очистка, шлифовка мрамора, затем полностью до, эта реконструкция будет проходить до Чуйского проспекта, то есть площадь Алато. Слова благодарности Турции, турецкому народу за такую вот поддержку, содействие создания нашего исторического музея. Я была в Турции, видела множество музеев, да, очень красивые. Я в Бурсе была, и в Стамбуле была, да, и очень красивые музеи. Они действительно, ну вот хотелось бы именно вот такого масштаба, такого уровня, чтобы и наш музей был.